Трещины на внутренних перегородках детского сада номер 8 были обнаружены в 2016 году. Тогда их заделали и закрасили, сад сдали. Процессы, которые идут в садике, они привели к тому, что данные зашпаклеванные трещины, они расширились. Просто идет вибрация на пол, идет это. То есть, по сути дела, вот по внешним параметрам, по внешним признакам было обнаружено, что некачественно были, опять же, заделаны эти стены. Для безопасности на стены поставили маячки. С тех пор технические специалисты наблюдают за ними. На этой неделе очередная комиссия в составе представителей администрации, эксплуатирующей организации, департамента образования осмотрела подполье, колонны, плиты, фундамент сада. Зафиксировано то, что трещины как бы увеличиваются, но они увеличиваются, может, по чисто эксплуатационным параметрам. Никаких нарушений По внешнему виду никаких трещин в фундаментах, колоннах и капитальных стенах нету. Однако, понимая, что речь идет о безопасности детей, администрация заказала независимую экспертизу, которая обследует здание и даст рекомендации о том, как устранить трещины в перегородках. Учебный процесс продолжается, но не исключено, что на некоторое время придется закрыть сад, чтобы строители выполнили свою работу. У нас тогда будет будет наше решение, как это сделать, то есть или суббота, воскресенье, как предлагают, или объявить как каникулы на неделю, чтобы сделать вот этот внутренний косметический ремонт, чтобы дети, так сказать, в нормальные условия опять вернулись. Речи о полном закрытии сада не идет. Угрозы безопасности жизни и здоровью воспитанников нет. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.